Так. Ну, я думаю, все, в третий раз пробуем. И на этом все. Так. Стразы, да, хотим? Да, все хотят спать. Замечательно. Так, единственное, я сейчас поправлю чуть-чуть у меня тут. Что-то вообще не видно. На пачку. Так. Чего не видно? Так, девочки, видно все? Или не видно? Чуть повыше просит. Я не назад на себя руку пусть тянет. Да, сейчас Так. маслечко вкутикал. Как же ж без Вот маслечка? так, замечательно. Вот и погнали. Рейдер. Так. Контакты. Итак. Вышла рука. Мы так сбоку будем рассматривать, что у нас получилось. Смотрим наш ноготок на виде сверху. Теперь на виде сбоку. Напоминаю, что стилет это не спадающая форма. На виде с торца. Страз не будет, все хотят спать. Уже видим, да, что у нас и арочка есть, все есть. Так. Ну и на этом. Если маленький, ты спрашиваешь. Девочки, апекс у нас как раз именно то, что нужно здесь. У нас как раз легкий, не нагруженный стилет. Именно то, что нужно. Так. Почему тот, который ты показывал, не трескается на гель-лаке? Трескает. Не трескается он на гель-лаке. Девочки, Нет. время полимеризации. Ваш гель-лак может трескаться по причине того, что он переполимеризован. То есть это вы передержали его в лампе, вы пересушили. То есть я жевляю EasyFlow, на гель-лаке трескается. Вы используете EasyFlow для гель-лаковых систем? Вот мне вопрос. Или же вы используете для... Или для твердых нерастворимых систем? От данцев топ не трескается. Как говорит, может, можно пересушить. Так, Азат, без... У нас модель, у нас резиновая кукла, так что... Да, не надо колоться. Так. Девочки, ну, наверное, будем на этом заканчивать нашу трансляцию. Я думаю, что всем было все понятно. Здравствуйте. Модель супер. Угу. Так, нам вот эти пальцы не нужны. У нас сегодня вот этот был палец. Так. Трансляция останется, все останется. Так что всем пока, до новых встреч. Так, подожди, дай контакты народам сфоткать. Да. Контакты поближе, сейчас сделаем поближе контакты. Вот. Блин, все. Так, кто будет фо... Я вижу, что не влезает. Вы это можете чат просто свернуть. Сейчас вот так. Не, так, не закрывай. Так. Так, еще буквально минутку. Повисим. Пока там все. Модели предлагают макнуть чернила и поставить подпись. Угу. И подпишем модели, а пишем потом. Как снимать будешь, не будешь видео Нет. показывать. Я сейчас просто вырву его. Да, можно прям в еремную вену макать. Это кто там умный такой?
про еремную вену. У нас что тут есть? Медики, собратья. Так, не мотай, пусть народ просто... Так, по буквам читаю. Еще раз, точнее, напишу вам, чтобы было понятно. Вот так там написано. Да, модель непослушная, пора ее усыплять. Так, все, девочки, мальчики, все, пока-пока. До новых встреч. Да, Скунс, это мое прошлое, к сожалению. А, все, всем пока.